Так, ну что ж, всем привет. Сегодня я вам расскажу историю о том, как куда смотрят власти города. Это, во-первых, то, что вечером, там часов 9, примерно 10, уже тычут на людей, пальцем вот так, пальцем тычут, еще что-то начинают оскорблять. Улица Даратского, около ленты, там переход пешеходный. Обратите внимание, власти города. Почему такое вообще допустимо? Почему начинают сумку пинать? С каких вообще это пор вообще стало нормой? Втроем на одного лезть, это нормально? Где полиция, где что, где патрули? Почему ничего нет? Или все это допустимо у нас? Или все заняты спецоперацией, а внутри порядка нет? Возьмите на заметку. Полный бесконтроль, население просто нападает на население. Тычет к посторонним людям, подходит, тычет, бьют сумку. В следующий раз и так убьют, да? Скажут, все норм, да? Ну, власти, блин, тартарские. Отписаться только и все лишь бы. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем пока.